Что-то подсказывает мне, что сегодня нас ждет отличный матч. Уже скоро увидим, прав ли я. Не переключайтесь. Мы ведем прямой репортаж со стадиона Сан-Сиро. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Бессменный состав комментаторов сегодня работает для вас. На своих позициях Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах итальянский футбол. Смотрим серию А. Что мне больше всего нравится, на трибунах не видно свободных мест. Интерес к матчу потрясающий. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Стартовый состав Милана вашему вниманию. В воротах Мьяна. Брахим Диас с первых минут играет с Ляо на флангах в полузащите. И нападение с первых минут представлено в лице Оливье Жиру. Состав команды гостей. Руй Патрисио занял место в воротах. Немани Матич с первых минут играет с Кристанте в центре полузащиты. Тэмми Абрахам сыграет на острие атаки. Для Жиру сегодня важный матч, очень много внимания к нему приковано, как только это на его игре скажется. Он замечательно взаимодействует с партнерами и сам передачу может отдать, и чувствует, когда надо открыться. Игрок, конечно, уникальный. Ляо. Милан в атаке, дело может дойти и до удара. Без проблем это для вратаря. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Смело играет вратарь. Смело и уверенно, что важно получилось оказаться на мяче ровно тогда, когда нужно. Ляо. Плохо сыграно, соперник перехватил мяч. Мяч все ближе к воротам. Не забыть бы про удар. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Да, этот гол можно смотреть бесконечно. Великолепный дриблинг. Защитник остается неудел. И вынимай, голкипер. Сейчас будет веселее. Это пенальти! Повезло, что дело ограничилось только 11-метровым и не последовало карточки. За такое нарушение карточка не подразумевается, так что только пенальти. Но и этого, кажется, им будет достаточно. Очень важный пенальти. Это возможность сравнять счет. И вот не забить так просто ему. Браво! Идет мяч в штрафную. И все же мяч перехвачен. Есть свободное пространство для контратаки. Нужно скорее возвращаться назад защитнику. Сейв, но атака продолжается. Им не удалось довести атаку до ума. Думаю, каждый из полевых игроков должен подойти и сказать спасибо своему вратарю за такую игру. Он свою команду сегодня выручил. Это был действительно яркий сейв, но рано радоваться. Кажется, соперники задумали что-то еще. Хорошая передача, но звучит свисток судьи. Все-таки был офсайд. Игрок уже начал движение, чтобы выбраться из положения вне игры, но ему немного не хватило времени. Вот он, ключевой момент атаки, и на этом она закончена. Продолжает идти вперед.
И теряют они мяч, к сожалению. Видно же, что играть через боль. Надо его менять. Иван атакует. Мяч уже в финальной третьей поле. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Эми Абрахам. Есть у него место для движения. О-хо-хо! Гол! Они догнали соперника. Но это, как говорится, зачем такому солисту оркестр? Ему нужна только публика. Аплодируем гол. Счет снова равный, 1-1. Без проблем он защитника проходит. Не получилось пройти дальше, атака останавливается на этом отборе. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. На месте голкипер. Центр штрафной, мяч направлен. Удар есть. Защита принимает удар на себя. Он хорошо прочитал момент и перехватил мяч. Дибал. Сейчас счет может измениться. Удар не из простых, но вратаря получилось с ним справиться. Мяч летит в центр штрафной. Мяч за пределами поля, будет удар от ворот. Есть кому в атаке помочь. Оливье Жиру. Опасно это будет. Классно играет вратарь. В центр штрафной пошел мяч. Пока что не получается выбить мяч. Здесь ничего опасного, момент завершен. Хорошо с мячом работают сегодня обе команды. Держится он у них примерно поровну. И многое будет зависеть при такой игре от индивидуальных смелых действий. И от дисциплины на поле, разумеется. Все-таки постоянно контролировать мяч без ошибок практически нереально. Дибала. Майк Миньян справляется с ударом. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Футболисты Милана отдают мяч сопернику. Пеллегрини. Пеллегрини! Опять он! Отличился во второй раз в этой игре. Наш матч продолжается. Милан уже уступает в счете. Лоренцо Пеллегрини. Тэмми Абрахам. Им удалось забрать мяч. Отличная возможность забить. И может тут быть опасно. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. Впервые за долгое время они подобрались к чужим воротам, и болельщик это чувствует. Плохой вынос мяча, так и не закончен. Вот это да! Отлично сыграно! Хозяева пока что играют не так уверенно, как гости, и уступают в счете. Пока что соперник играет лучше. Счет на табло справедливый. Обе команды показывают интересный футбол в атаке. Обе уже успели отличиться. Посмотрим, что будет после перерыва. Есть удар! Майк Миньян спокойно забирает мяч.
Слишком рано пошел пас, игрок не успел вернуться за линию офсайда. Обидно, что не хватило совсем чуть-чуть. В следующий раз нужно лучше оценивать ситуацию. Дибала теряет мяч. И бьет! Игра продолжается, вратарь только отбивает мяч. Получится у них контратака здесь. Да, это был удар. Не удается команде реализовать возможность. Это был верный момент для гола. И пас перехвачен. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Разве его остановишь? Есть у него пространство сейчас. Удар отбит, но игра продолжается. Эта атака ничем опасным не закончилась. Лоренцо Пеллегрини. Закончен первый тайм. Давайте передохнем и встретимся во второй половине. Стартовал второй тайм, впереди много интересного. Хочется посмотреть, как будет отыгрываться Милан. Пока что он уступает в счете. Дибала с мячом. Пеллегрини. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Оливье Жиру. Атака прервалась на подступах к штрафному. Тэмми Абрахам. Хорошо, команда играет в пас. Удар заблокирован, хорошо сыгран. И теперь с мячом будет соперник. Хороший темп набирает атака. Пауло Дибала. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Давайте посмотрим повтор гола. И особое внимание уделим Паулу Дибале. Как же технично он ушел от защитника. Ну а дальше Паулу Дибала четко отправил мяч мимо вратаря. Образцовывают 1-1. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 еще. Ошибается оборона. Это все высокий прессинг соперника. Судья показывает на угловой. Немного у них было моментов сегодня, но сейчас трибуны активизировались. Этот угловой — хорошая возможность один мяч отыграть. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Тэмми Абрахам. Здорово арбитр в ситуации разобрался, и игра продолжается. Пошел навес в штрафную. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Мяч в итоге оказался у голкипера. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Замена в составе Милана. Новый игрок выходит на поле. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Не хватило точного паса.
Теряют они мяч. Оливье Жиру. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Дибала, решай! У него хорошая реакция, это был очень опасный удар. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Защите нужно скорее возвращаться назад. Проспали контратаку и чуть было не получили гол в свои ворота. Ох, мяч прошел в считанных сантиметрах от цели. Тренер Милана делает замену, на поле выходит свежий игрок. Перехват, дальше мяч не пошел. Милан в атаке, дело может дойти и до удара. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Вперед он тащит мяч. И вот удар. От штанги мяч отскакивает, забивай! В перекладину мяч попадает и забирает его наконец вратарь. Очень опасный момент. Чудо мяч не оказывается в сетке. Пронесло. Как же близки они были к голу несколько минут назад и совсем... Секундочку, здесь можно забивать! Эту игру еще можно вытащить. Осталось забить всего один. И сейчас они пойдут вперед. Там гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Да, и там получился выход один на один, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу. Милан возвращает интригу в этот матч, и теперь соперник выглядит не так уверен. Прекрасно сыграл. Момент отличный сейчас для удара. А вот и вратарь Майк Миньян играет на 5 баллов. Пришло время замены, тренер решил внести свои коррективы в игру. И как он дальше мячом распорядится? И хороший отбор. Паулу Дибала. Можно забивать! Гол теперь догнать будет еще сложнее. Посмотрите еще раз на гол. Хорошо на повторе видно, что защитник в голевой атаке потерял позицию ненадолго. Но этого хватило нападения, чтобы отправить мяч в ворота. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще может измениться. Из-за боковой будут мяч в игру вводить. Решил пробить. Управляется вратарь, но есть возможность забить мяч в ворота. Ну вот теперь можно и отдышаться. Да, великолепное спасение совершает голкипер. Просто безупречная игра. Мяч переходит к сопернику. И все же мяч перехвачен. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Но не получается как-то развить этот эпизод. Теряют они мяч. Немного поторопились с этой передачей. Отдали вовне игры. Соперник здорово сыграл в этом моменте. Четко сработали по офсайду и не дали вовремя вернуться из него. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасных контратак. И есть куда бежать ему дальше. Голкипер на месте, справился с ударом. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Тэмми Абрахам. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Пока что обошлось без карточки, но в следующий раз так просто не получится отделаться. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Дибал. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Отличный шанс есть для контратаки. Нужно скорее возвращаться назад защитнику. Неплохой удар, но вратарь на месте. Атака Милана прервана. Паулу Дибала. Отличный удар. Вратарю просто повезло, что мяч пролетел мимо. Без проблем он защитника проходит. Паулу Дибала. Сейф, но атака продолжается. И все, на этот момент заканчивается. Ничего не получится, пас перехвачен. Дивок Ориги. Удара ждем. Ориги. Но куда? Куда пошел мяч? А должен был оказаться в воротах. Очень обидно, но уже ничего не поделать. Нужно создавать еще моменты. Паулу Дибал. Лоренцо Пеллегрини. И на этом все. Гости не стали делиться очками и побеждают в этой встрече. Думаю, счет на табло отлично дополнит мои слова. Побеждает в футболе сильнейший. И сегодня именно они были такой командой. Мощнейший матч провел Паулу Дибала, был лучшим в составе своей команды. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.